я бы тут ничего не купила. Давай спросим самые популярные товары. Самые продаваемые. Я вот за 3 года своей работы, ну, они очень много. Косметика? Нет! Если клиенты увидят это, 100% будут думать поддельная косметика. Вот это подделка. Он чуть-чуть пахнет рыбой. Да. Очень удобно. Даже вот так снимаю. Никто не смотрит. Золотое яблоко. Опуститесь на 2-й этаж. Как на карте. Рыбье. Золотое яблоко. Типа смотреть там корейскую косметику. Что я вижу? Ладно. Хочу сначала корейскую косметику. Ты что покупала, Саша? Да, я посмотрела. Kylie Jenner у нас нет в Корее вообще. Очень много разных. Я в шоке, Саша, просто. Корейская косметика где? Где? Вот это такой у меня есть. Он чуть-чуть пахнет рыбой. Он чуть-чуть пахнет рыбой. Ты понюхай. Да. Ой, вкусный. Это откуда? Говорят, Корея. Ну, не дешево продается. 700. Не дешево, да. 10 баксов. Очень мало могу найти настоящая корейская косметика, которая в Корее популярная. Не покупай, спасибо. Да. Потому что тут 7 вредных ингредиентов. И да, в Корее уже не продается. Да. А, то лимули? Да. У нас 50 рублей стоит. Ну, никто не берет, корейцы. И у меня клиенты каждый раз, у кого проблема от этой. Жесть. Да, ну это, конечно, ну да, нормально. Но в Корее падал популярность, но все равно так производят популярно. Подождите, я была в золотом яблоке 2 раза, потому что первый раз, ну, мало времени было. Мы вчера с день встретились и приехали сюда посмотреть корейскую косметику, да? А в этот раз они сделали мастер-класс. Класс? Актуальная косметика, это что значит, Женя? Актуальная, это значит та, которая на настоящий момент востребована и популярна. Это в нашем магазине нету, да? Хунсли, ой, я вообще об этом не знаю. Эбуриан. Турбориан все на. Это BB-крем? Здесь BB-крем, да. О, это вы любите, ну, не наш. Плотно? Или матовый? Ну, корейский вообще не такой. Давай спросим самые хорошие, популярные товары. Самый популярный? Крем, например, маски. Маски длинные, очищающие. И корейский бренд. Крема тоже. Корейский бренд изнутри очень популярный. Вот именно вот такие пальчики. Secret? Я где-то 6 лет рекламировала. Надо делать новый. Почему они еще продаются? Когда-то я смотрела эко-бьюти-блогер. То Secret K именно вот эти патчи Ракуни хороший состав. О, да, ну... Именно Марин. Да, но очень давно я не видела. Ну, мне понравилось, кстати. Я бы тут ничего не купила, покупала. Это уже японская. Интересно. Подскажите, самые популярные маски? Это да. Самые продаваемые и... Я вот за 3 года своей работы, ну, они очень много. Дальник? Дальник. Вот это? Я с ним познакомилась в другом магазине. Дальник? Из них я ничего не знаю. Давай посмотрим. Серьезно, я ничего не знаю. О боже. А Skinlay, да. Очень странный корейский штрих. Ну, я думаю, они просто производили в Корее, а русский человек... На заказ. Продавают. Ты знаешь, как они делают? Они специально делают шрам. И потом, когда шрам лечится, там выйдет какой-то жидкости. И они собирают, и потом делают. Они рано делают? Да, рано делают, да. А вот часто спрашивают у нас вот этот бренд. Лимони, да, мы не знаем, да, Женя? Я тоже первый. О, а тут есть Dr. Zart.
И... Вот, ребята, я в конце концов купила, потому что сама хотела потестировать корейская маска, которая вообще в Корее нет. Но все очень красивая упаковка, а 300 рублей стоит. Ну, я была удивлена. Сделано на заводе Космикс. Я думаю, на втором месте. А тут, если делали косметику, тогда я как-то уверена, что хорошие ингредиенты. Насколько я понимаю, эта маска сделана для СНГ странах. Запах тоже нормальный. Я пока не понимаю, почему эта маска такая популярная в золотом яблоке. Буду ждать 15 минут. 10 минут прошло. Почему такая хорошая? Они хорошо делали, но в Корее, так как у нас очень много косметики, поэтому, наверное, они продаются. Ну, короче, мне понравилось. Хороший. Это из кофе, натуральный, из краб. Да, это покупай. Мы такие с тобой сильно кушаем. Тони Мори, наконец, нормальные косметики. Нет, вот это. Да, Wonder, вот это сейчас номер один. Можно покупать, но остальные все не знаю. Ламизо, первый раз вижу. Керасис, да. Такой сундук. Посмотрим. Ингредиенты. Триэтилами, пеноксин, этанол, хангёл. Для беременной и для детей вообще нельзя. О май гад. Да. Как-то самый хороший нету тут. Обидно. Потому что считается, что в золотом яблоке самые современные, самые не, не, вообще но нет. Но они остаются таким стандартом. И самые дешевые фан-стейсты их возле. Да многие попросили это посмотреть. Не знаю. Пенка состав не очень хороший. Ну, мне очень жалко, потому что самые популярные и хорошие косметики тут нету. Просто люди думают, что корейские косметики все хорошие, поэтому покупаю, но все... Но крем для лица с улиткой, вот этот, стоит. Ага. О, ужас. Не, а, о, да, о, дорогой. Покупать это и... Не трогай. Не трогай. Вот, конечно, поэтому я еще лимоны купила. Что такое лимоны? Я знаю лимон и лимончик, но лимоны вообще первый раз. Я во всем интернете искала, искала, а в конце концов не нашла ни одной информации о этой косметике. Такой приятный запах. Неплохо. Но я думаю, что кореянкам не очень понравится такая текстура. И состав тоже хороший. Сделано в Колма. Колма то же самое производство с Этоми. Это самый-самый огромный производство в Корее. Они очень хорошо делают косметику. Вот это подделка, да? Я не видела это в Корее. Элизабека тоже не продается. Я в шоке просто. Это очень старая версия. High skin? Что за high skin? О май гад. Миша... Миша... Нет. Нет, спасибо. О, это в Корее, кстати, не продается. Да? Да, сейчас они разрешали только за границей продаваться. Это невозможно покупать в Корее. Только можно покупать за границей. Это получается не надо покупать, да? Ну, ну можно, можно. Можно, можно покупать. А, можно. А, Руси, это покупай. Это. Да. Это Руси покупай. А, веганская декоративная косметика, которая очень дорого стоит. А в Корее она популярная? О, да, популярная довольно, Женя. О, кусен есть тоже. О, ну цены вообще с ума сошли, тени эти. Потом мы пошли в ритуал. О, ритуал, корейская косметика. А, нет! Это не оригинал? Нет, это Гэрисон. А что такое Гэрисон? Ритуал... Я думала дизайн лошадь, а это очень похожий дизайн. Ну, а, наверное, Гэрисон сама косметика не знает об этом. О, я была в шоке. Блин, еще так дорого продается Гэрисон. Это сделано... Где? В Корее. Это очень хороший. Ноль вода. Очень хороший товар.
Они продаются подделка. Интересно, они об этом знают? Они не знают точно. Вау. Консули вообще нет в Корее, ну где везде-то? Дизайн, шрифт похож на косарекс. Немножко похож, да? Это странно. Знаете, кто это делал? Как у вас МТС? Здесь? Да, сделаю косметику. Тут есть отдельная полка для Innisfree, а знаете, что я нашла? Я была просто в шоке. Если корейцы увидят это, 100% будут думать, что это поддельная косметика. Вообще очень странно написано. Это кто-то пишет. Да, СМП, да. Сеня, тут написано, не кушайте. Очень странный перевод. Я сомневаюсь, эта косметика сделана в Корее? Вообще, нет. 100% очень странные. А, тоже. Это первый раз вижу. В последний раз я шла в магазин для стилиста. Это Икеа. Папа, я не понимаю, почему у вас это популярно. 얼굴형 산소 버블 시트 마스크 это очень смешно написано. Made in Korea. Это как называется? Пилочка для... Пилочка. Скажу отзывы. От золотой яблока и ритуал и рикош о корейской косметике. В России корейская косметика, которая продается в таких магазинах, больше 80% это косметика, которая в Корее уже давно не продается или совсем старая версия, которой кореянки вообще не пользуются. Но которую я купила Darling и Rimoni, в Корее вообще никто не знает, но хорошее производство. Но остальные это мы знаем, что не совсем новые. Да, поэтому я очень надеюсь, что вы хорошо подбираете корейскую косметику. Если вы не знаете, где покупать, я, конечно, оставлю ссылку. И хорошего дня!